Я люблю выезжать и отдыхать в бархатный сезон. Сейчас мы с вами будем собирать мой большой красный чемодан. Это мой любимый цвет, поэтому все аксессуары у меня красного цвета, включая... Давайте, наверное, как-то немножечко вступительное слово. Ну, поздороваемся, там доброе утро, травляй, там немножко мы поиздеваемся. Ну, то есть, чтобы объяснить, зачем это все делается. Доброе утро всем телезрителям канала М1. Я Лилу, и очень хочется отдыхать. Вы тоже еще не отдыхали? Тогда давайте будем собираться на отдых вместе. Вы знаете, не получается иногда отдыхать летом, потому что вот очень много работы, и бархатный сезон – это как раз то, что нужно. Да? Я предлагаю вам сейчас вот окунуться в мои секреты и посмотреть, что я с собой беру на отдых. Все аксессуары у меня красного цвета, поэтому чемодан я люблю тоже большой и красный. Не обязательно, что он будет весь заполнен. Кстати, когда я собираюсь на отдых, я оставляю чемодан полупустым, потому что за границей, ну, так как я чаще отдыхаю за границей, всегда нужно что-то купить. И вы едете с обновками, и это всегда заполнится надолго. Пляжные полотенца я всегда беру с собой, потому что неизвестно на самом деле, где я могу оказаться, потому что я такая лягушка-путешественница, я очень часто люблю менять места, я не люблю отдыхать на одном месте и ни в коем случае не люблю запрограммированный отдых и туризм.